Мы с вами рассмотрели задачу бинарной классификации. Но классов может быть не 2, 0 и 1, а может быть много. Вот, например, нам приходит картинка, и мы хотим понять, что на ней нарисовано. Кот, пес, велосипед или автомобиль. И у нас возможны только 4 таких класса. То есть любая картинка, которая к нам приходит, обязательно должна содержать либо кота, либо пса, либо автомобиль, либо велосипед. Как решать такую задачу?